Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления МВД России по Саратовской области выявлен подпольный цех по производству фальсифицированной алкогольной продукции. В складских помещениях обнаружены линии разлива спиртосодержащей жидкости, комплектующие материалы, приспособления для нанесения логотипов известных брендов, рулоны с этикетками, пустая тара и готовая к продаже продукция. Из помещений цеха сотрудниками полиции изъято 32 тысячи бутылок и около 4 тонн жидкости, которая использовалась в качестве основного сырья для производства. По данному факту было возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к организации этого производства.